Приветствую всех на нашем YouTube-канале. Сегодня мы покажем лавочку с теневым навесом. Значит, выглядит она следующим образом. Она также разборная, как и теплица. Также она может перемещаться на крыше легкового автомобиля. Поликарбоната надо 3 метра. Ну, в целом надо 2 метра, чтобы покрыть этот козыречек над лавочкой. Но 2 метра они не транспортабельны. Их очень сложно перевозить. В рулон не скручивается. Поэтому продаем по 3 метра куски. Изготовлена эта лавочка из оцинкованной профильной трубы 40 на 20. Это основные несущие части, сделанные из нее. И используется труба для стяжек 20 на 20. Также оцинкованная. Толщина стенки 1 мм. Собирается абсолютно бесхитростно. Также на мебельные болты, как и теплица, но в отличие от теплицы, тут нету хитрого раскроя поликарбоната, и в целом строение не такое масштабное. Естественно, собирать вдвоем в 4 руки удобнее и лучше, и быстрее, чем собирать одному. Но зная и умея работать ручным инструментом, можно собрать и одному. Чуть-чуть займет дольше времени, но задача более чем выполнимая. В комплект поставки входит сам каркас этой лавочки, деревянные доски, набор фурнитуры и поликарбонат. Поликарбонат нужно уточнять наличие цвета, в целом наличие поликарбоната. Толщина поликарбоната здесь 4 мм, здесь и не нужна большая толщина. Из-за того, что площадь покрытия очень маленькая и в целом скамейка не особо дорогостоящая, поэтому 4 мм более чем достаточно. И, естественно, комплект фурнитуры входит в комплект поставки. Без него никак. Это мебельные болты, кровельные саморезы. Ну, в общем-то, и все. Для сборки нужен ключ на 10 или бита на 10. Также шуруповерт с головкой на 8, для того, чтобы прикручивать саморезы кровельные. И бита с крестовой отверткой. Ну, то есть бита-крестик. У нас заказали эту скамейку для того, чтобы поставить ее перед мангальной зоной. Для того, чтобы, когда идет дождь, мангал у заказчика закрыт. А вот... А человек, который готовит шашлыки, остается под дождем. И они приняли решение недалеко от мангала прям установить эту скамейку с навесом. Ну, для того, чтобы шашлычнику было комфортно готовить. Ну, на самом деле, миллион применений для этой скамейки. Скамейку эту можно заказать на нашем сайте plastnaves.ru. Ссылка будет в прикрепленном комментарии к этому видео. Пожалуйста, заказывайте. Ну, как мы и говорили, поликарбоната здесь нужно 2 метра для этой скамейки. Мы привезли 3 метра, потому что 2 метра не скручивается в рулон, и он попросту лопается. А 2-метровый кусок поликарбоната перевозить на багажнике машины легковой уже довольно-таки сложно. Все отверстия под кровельные саморезы, под мебельные болты уже насверлены в каркасе, вам ничего сверлить не придется. Также конструкция изготовлена в заводских условиях, она продуманная, она ровная. В целом собирать одно удовольствие на самом деле. Для того, чтобы ее закрепить к грунту, чтобы ее ветром не сдуло, у основания забиваются колышки из профильной трубы и прикручиваются к основанию теплицы, и все. Если это плитка, если это бетонная площадка, также есть, ну, я думаю, миллион способов зафиксировать эту беседку, эту скамейку с теневым навесом, чтобы ее не сдуло ветром и она стояла на нужном месте. Мы собрали эту скамейку за 40 минут со всеми разговорами, со всеми обсуждениями, где она будет стоять и так далее. Я думаю, что один человек может часа за полтора, за два, не торопясь, собрать эту скамейку, укрыть ее поликарбонатом. Конструкция получается достаточно прочной после окончательной сборки. Имеется в виду, когда все болты обжаты, когда все детали на своем месте. И вот выглядит она следующим образом. Здесь она стоит временно. Заказчик уже самостоятельно определит, куда ее поставить.
и зафиксируют к грунту.